Ребята, всем привет! Уже через 2 дня, 18 часов 47 минут 46 секунд, начинается Всемирный день шопинга. Те люди, которые любят покупать что-то в интернете, я думаю, уже слышали про этот день и не один раз. Каждый год, 11 числа, 11 месяца, все интернет-магазины, ну, наверное, большая их часть, процентов 90, может 95, устраивают бешеные скидки, как они говорят. Вот, припустим, пишут скидки 75%, скидки 25%, так, это анонс, скидки 75%, скидки 60%, анонс, 50%, опять анонс, купоны всякие дают. Короче, вроде бы скидки бешеные просто. Но надо понимать, что никто не будет продавать товар себе в минус. Потому делают как? Перед началом акции цены повышают, а потом типа делают большую скидку. Конечно же, я думаю, скидка есть, но явно не 50, не 60 и не 70%. Сейчас я вам покажу способ, как можно проверить, какая на самом деле реальная скидка. Не та скидка, которую они пишут, там большие цифры такие, а какая реальная скидка идет. Например, давайте зайдем в мои заказы, старые заказы уже, которые я заказывал. Так, ниже. Так, опускаемся. Вот, припустим, шапочка. Я шапочку заказывал за $3.38. Это без скидки. Смотрим сейчас. Сейчас она стоит без скидки $3.98. А в день распродажи 2.99. Если сейчас сравнивать цену без скидки и цену со скидкой, то вроде бы скидка целый доллар. Вы так посмотрели? Да, неплохая скидка. Но на самом деле эта шапочка стоит 3.38. И получается скидка всего лишь 48 центов. Давайте еще посмотрим на другие товары. Вот, припустим, Powerbank. Я его покупал за $17.62. Это, наверное, со скидкой или без скидки, я не помню. Сколько же он стоит сейчас? Ого! Смотрите, я покупал его за 17, сколько там? 17.62. Сейчас цена стоит 42.98. Вот это они поставили цену. Люди так посмотрят, нифига себе, 25 баксов скидка, нужно по-любому покупать. Но на самом деле скидка всего лишь получается 17.62, 16.76. Короче, скидка примерно 90 центов, ну не $25. Давайте еще посмотрим на другие товары. Вот, припустим, микрофон. Я за его заплатил $21.06. Сколько же он стоит сейчас? 23.40. По акции будет 19.89. Тоже скидка примерно $1. И так на всех товарах пишут скидку 40, 20, 30%. А по сути там скидка всего лишь, ну, максимум 5%. Можно сделать вывод. То, что скидки есть, это правда. То, что скидки большие, это ложь. Конечно же, кэшбэк в день шопинга никто не отменяет. Плюс скидки, которые за день шопинга, плюс кэшбэк. Лично я пользуюсь кэшбэком EPN. Он делает скидку на все товары 7,5%. Это минимум. В итоге получается скидка какая? 5% от дня шопинга и 7,5% от кэшбэка. В сумме 12,5%. Так что это хороший повод 11-11 что-то себе приобрести. Я себе уже подготовил список товаров, то, что себе я хочу купить, и по-любому я их себе закажу. Ссылку на кэшбэк, как всегда, я оставлю в описании под видео. На этом, ребята, все. Всем спасибо за внимание. Всем хороших покупок. Всем пока!